В регионе зафиксировано нарушение правил проезда большегрузов. В ходе рейдов полицейскими были остановлены грузовые машины со скрытыми регистрационными номерами. Для чего водители идут на такие ухищрения и какое наказание их ждет? В Старом Осколе прошел зональный конкурс гончаров. Он собрал не только глиняных дел мастеров, но и искусствоведов. А наши корреспонденты провели эксперимент и узнали, нужна ли старооскольская глиняная игрушка современным детям. Лучшая из 43 команд сборная региона вошла в число призеров Всероссийского чемпионата по автомногоборью. Юные белгородцы лучше всех знают правила дорожного движения и правила оказания первой медицинской помощи. Мы собрали впечатления победителей о соревнованиях. В регионе зафиксировано нарушение правил проезда большегрузов. В ходе рейдов полицейскими были остановлены грузовые машины со скрытыми регистрационными номерами. Для чего водители идут на такие ухищрения и какое наказание их ждет? В Старом Осколе прошел зональный конкурс гончаров. Он собрал не только глиняных дел мастеров, но и искусствоведов. А наши корреспонденты провели эксперимент и узнали, нужна ли старооскольская глиняная игрушка современным детям. Лучшая из 43 команд сборная региона вошла в число призеров Всероссийского чемпионата по автомногоборью. Юные белгородцы лучше всех знают правила дорожного движения и правила оказания первой медицинской помощи. Мы собрали впечатления победителей о соревнованиях.